Внеочередное заседание провел Совет депутатов Щелковского района. Муниципальный парламент рассмотрел вопрос об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче в собственность городского округа Лосино-Петровский. Напомним, что ранее Совет утвердил решение о присоединении к округу поселения Анискинское и Свердловский. 23 мая был принят соответствующий закон Московской области. Таким образом, в соответствии с региональным законодательством, районный Совет депутатов решил утвердить предлагаемый перечень имущества, в который вошли социальные объекты, инженерная инфраструктура, участки земли, дороги местного значения, муниципальный жилфонд и другие объекты недвижимости, расположенные на территории объединяемых поселений, а также порядка 160 объектов движимого имущества. В то же время важно отметить, что на балансе Щелковского района остаются кладбище площадью около 1,5 гектаров, расположенное в деревне Леониха, и лагерь юнармеец.